Следующее стихотворение называется «Игра». Вообще в этой книге два раздела. Есть раздел «Сновидения», из которого я читала сейчас, и раздел «Отражения». То есть это вот такие вот, много здесь всяких снов, реальности, потусторонних, зазеркалье какое-то. Игра. Сама с собой играю в прятки, то убегаю без оглядки, то слишком терпеливо жду, стараясь переждать беду. А есть еще игра другая, ищу пространство, раздвигая, ловлю губами не в попад случайный шепот, полувзгляд. И неосознанно однажды столкнусь я с чем-то очень важным, о чем трепещет предсознание, предчувствие, предпонимание.